А ты, Вей Михайлович, говорим о погоде на 21 сентября. Это начало недели. Пусть на этой неделе у нас будет все хорошо у нас с вами. По республике прохладная, неустойчивая погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Северный район ночью плюс 2, минус 3, днем 6-11. Не холодно и не жарко. Центральный район ночью плюс 1, плюс 6, днем 9-14. Стабильная погода. В южных районах ночью плюс 1, плюс 6, местами по юго-западу уже минус 5. Днем 11-17 тепла. Наша обожаемая столица без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14. Атмосферное давление существенно не изменится. 722 миллиметр ртутного столба. Женщина мужчину сначала окрыляет, потом окольцовывает, а затем ощипывает. На каждого мудреца находится дура, от которой он без ума. Девушка, которой мы ждем всю жизнь, уже давно бабушка. Ваша АТВ, Михалыч. Пусть у нас все будет хорошо.